Так, костер уже занимается. Кто же за дровами сходит? Опять работа? Пап, ну каникулы же. Я тут с друзьями. Ты откуда свалился, нарядный такой? Я из Вишневска, бабушка. В лесу гулял, и тут хлоп, и я здесь. Я так давно пирога не ел. Вкусного, с репкой. Добрый день, мудрый князь. Мудрый, да глядишь, мудрее кто-то завелся. Украли державу мою. Это козни Златобора. Вот ты и попался, дряной мальчишка. Тебе-то помочь некому будет. Алло, меня слышно? Алло, мальчик, ну хоть кто-то. Ну-ка, подь сюда скорее. Скорее, представь ему мой шедевр. Ух и красота! А ведь это все твоими руками сделано. Как, сердце радуется?